Старый асфальтовый панцирь методично снимается с тем, чтобы приступить к обустройству заездного кармана к остановке общественного транспорта. Скоро все остановки на улице Старозагора будут обустроены по современным стандартам. Параллельно проводится ремонт тротуаров и замена бортового камня. Это комплексный ремонт. Приводится в порядок вся территория, от фасада до фасада. Объект выбран по многочисленным просьбам жителей. Ну вот я наблюдал, стоял, сидел. Вот. Видно, что стараются ребята. Ровно прям так все это спокойно. Самое основное, что отлично. Видно, что качество. Не то, что раньше. Я вот живу здесь с 76-го года по Старозагору, в 104-м доме. И все это вижу. Вот раньше по Старозагору пройти нельзя было вот, по пешеходной. Одни сплошные ямы были. Сейчас прям сделано отлично. Комплексный ремонт улицы Старозагора в Самаре проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В прошлом году полностью отремонтировали участок от улицы Советской Армии до улицы Воронежской, 2,5 километра. В этом году предстоит выполнить такой же объем. Двинулись дальше, в сторону Ташкентской. Вместе с дорожными работами идет обновление тротуаров, скверов, газонов, остановок. Ремонтируются старые и оборудуются новые парковочные места для автомобилей. Существующих парковок на улице Старозагора порядка 7 тысяч квадратных метров. Плюс к этому добавляем еще 3 тысячи. Итого будет 10 тысяч квадратных метров. Парковки размещаем в местах, где людям это наиболее необходимо. Порядка 50 парковочных мест уже появились у парка имени Гагарина. Расширяется и сама проезжая часть. В трех местах выделены дополнительные полосы для правого поворота. На улице Советской Армии, Нововокзальную с обеих сторон. Такое же расширение будет и на улице Димитрова. Общая площадь работ по ремонту асфальтобетонного покрытия проезжей части 35 тысяч квадратных метров. Выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия. Выполняются работы по подготовке тротуаров. Также выполняются работы по устройству заездных карманов для общественного транспорта. Данное мероприятие выполняется как с учетом мнения общественности, транспортников, так и органов ГИБДД. Все работы проводятся только в дни, когда позволяет погода. Все идет по графику. В первой декаде июня участок до проспекта Кирова будет как новенький. Олег Зверев, Николай Епифанов, события.